Вы на канале Пума Игры, и сегодня Грэдли меня проведет небольшой челлендж с едой. Да. У нас будут разные разные вкусняшки. Ну, овощи. И... И потом мы решим, какая еда твоя самая любимая. Да, подпишитесь на канал, пожалуйста. Давайте проведем первую пробу. Так, есть у меня... Стой, пока не кушай. Стоять, поросенок. Нет, нет и нет. Я тут буду сидеть. А ты же говорил, что ты не хотел сниматься. Ну, мне здесь овощи больше нравятся, да и ходить мне больше нравится, чем лежать. Так, все, кыш-кыш-кыш. Ну, Грей. Так, вот морковочка. Ой, морковка. И кабачок. Что тебе больше нравится? Кабачок хочу. Подожди, давай я тебе сделаю вот так. А ты, брат, шли солдаты. Все, давай. Кабачок больше люблю. Морковочку тоже не я хочу. Не отказалась бы. Ну, кабачок, он такой. И морковка. Так, раз, два, три. Да-дай. А кабачок? Ну, мне тут больше морковка нравится, ну отдай. А кабачок будешь? Ну, конечно, я буду. Слушай, я думаю, надо было тебе положить. Так, догрызай. Так, все. Так, раз, два. Выбирай. Так. Василь, да? Привет, ребят. Так, давай уже выбирай. Выбирай. Поросенок маленький. Есть кабачок, а есть... О, морковка. Я люблю больше морковку. Ну, от кабачка бы тоже не отказалась. Ну, хорошо. В этом раунде побеждает морковка. Следующий раунд у нас будет со свеклой и капустой. Так. Ой, она тут может покраситься. Так, вот, попробуй. Да, вкусно. Это красная свекла. Она очень вкусная. А потом все, в животике становится розовеньким. Мне нравится розовый цвет. Так, выбирай. Выберу свеклу. Ну, хорошо. Хорошо. Но тебе больше нравится такого красного оттенка, чем зеленого. Хотя помидорчики ты не любишь. Я как-то раз попробовала. Ну, клубничку не очень. Ну, я думаю, что я уже перестала ее не любить. Ну, хорошо. И в этом раунде побеждает свекла. Так. Что тут у нас еще есть? Ага, раунд выбор. Выбор, вот так. И завершается у нас вот таким зеленым днем. Ну все, все, отдавай сюда. Ням-ням. Потом все у тебя в животе будет розовым, как ты сказала. Ну и что? Ну хорошо. Так, давай, выбирай. Что ты выбираешь? Огурец или петрушку? И вот зелень. Я выбираю зелень. Я выбираю зелень. Зелень выбирает меня. А может огурец? Огурец я тоже люблю. Так, слушай, давай выбери. Так, вот тут еще петрушечка. С укропом. Ну, я, пожалуй, это выберу. Ну, сырую с большим аппетитом ела. А так, огурчик посвежее будет. Ну, хорошо. Глазастик. Колбаска маленькая. Так. И в этом раунде у нас побеждает вот петрушка. Теперь не знаю, как это убрать. Ну, ладно, положу сюда. И сейчас в нашем супер раунде будут соревноваться большие соперники. Морковка, свекла, так, уп, и петрушка. Так. Сначала мы определимся с двумя соперниками. Вот морковочка и свекла. Я выбираю морковку. Так, слушай. Ну-ка давай. Ням. Здесь еще свекла. Так, стой. Все, ты попробовала. Нет, хочу свеклу. Стой, а может ты хочешь
морковку. Ну, ты же прекрасно знаешь, как это все по вкусу. Так что я выбираю свеклу. Хорошо, в этом раунде побеждает свекла. Так, все. Докушивай немножко. Так, это убирается. И остались сильные соперники. Это у нас свекла и зелень. Я лучше, чтобы зелень не раскрошилась, вот так делаю. А есть еще что-нибудь? Есть свекла. Так, стой. Ну не надо стоять. Так, все, дай. Давай, выбирай. Они тут вместе, так что ты их сразу разлетишь. Давай. Так. Выбираю свеклу. Что, тебе свекла больше нравится? А петрушка? Петрушку я тоже люблю. Зелень. Но она не такая свежая. Ну, думаю, если бы она была свежая, то ты бы ее 100% выбрала. Ну да, но пока что свекла очень вкусная. В общем, на этом наш день заканчивается. И ты хочешь что-нибудь сказать еще, Масин? Да, хочу. Подпишитесь, пожалуйста. И лайк поставьте. Ой, а что тут еще вкусненького есть? А, петрушечка. Да, поставьте лайк и подпишитесь. До скорых встреч. Пока-пока. До этих поцелуев.